Главный пожарный инспектор городского округа Химки Владимир Ильющенко встретился с жителями микрорайона Левобережный. На профилактическую беседу были приглашены представители управляющих компаний и садоводческих товариществ. Говорили о правилах пожарной безопасности и основных причинах возгорания. В очередной раз хотел бы напомнить о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности в быту. В том числе соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации отопительных приборов, электронагревательных приборов, печного отопления, газового оборудования, не оставлять детей без присмотра. Как показывает статистика, в основном горят частные дома и бесхозные постройки. Самая распространенная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем, особенно в состоянии алкогольного опьянения, а также неправильная эксплуатация отопительных приборов.